Кикбоксинг – относительно молодой, но при этом очень популярный вид спорта. 21 марта во Дворце спортивных единоборств состоялся открытый кубок ЦСКА по кикбоксингу в разделе Point Fighting. Эти соревнования давно уже стали любимым спортивным событием в жизни кикбоксеров страны. С каждым годом количество участников становится все больше. В этом году впервые за счет большого количества спортсменов организаторы сделали 4 боевые площадки. ЦСКА был один из мест, в которых активно развивался кикбокс еще в Советском Союзе. В 90-м году еще начали проводить первые тренировки по кикбоксингу. Потому что кикбоксинг официально в СССР был признан спорткомитетом в 1990 году. В 92-м году войска ЦСКА прошло первый чемпионат вооруженных сил СНГ по кикбоксингу. Здесь очень много таких знаковых спортсменов было. Например, первый чемпион мира по кикбоксингу – это Александр Поветкин. Олимпийский чемпион по боксу, абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Армейские кикбоксеры уже не раз доказывали свое превосходство на мировой арене. Наши спортсмены регулярно занимают высшие ступени пьедестала, удерживая лидерство во всех предоставленных разделах. Любое место для ЦСКовца, кроме первого, это поражение. Ну да, конечно, мы не все выигрываем, мы можем проиграть. Но этот проигрыш будет лишь ступенькой к нашему следующему успеху, это однозначно. Приемы кикбоксинга внешне простые и чрезвычайно эффективны. Однако эта видимая легкость достигается годами упорных тренировок. Кикбоксинг в первую очередь развивает силу воли и боевой дух. Качество, которое необходимо не только в спорте, но и в жизни.